максимум пространства используем. Окей. Что я хотел показать? Смотрите, мы делаем три шага. И три уровня рукой показываем. Что такое три уровня? Наше тело состоит тоже из трех уровней. Это ниже пояса, основной уровень это тело, и выше плеч, третий уровень. Все техники боевых искусств так или иначе направлены на воздействие на эти три уровня. Уровень ноги, нижний уровень, уровень само туловище и уровень голова. Когда мы выполняем вот это действие, мы у себя в голове это все прорабатываем. Нижний уровень, средний уровень, верхний уровень. Здесь мы делаем разворот. Прогнули, протянулись себя. Вернулись. Мы вытягиваем свое туловище. Вытягиваем. Прогнулись. Правую руку делали, самостоятельно левую руку обратно падай, главное, хорошо? Ага. Да, молодцы. Так, почувствовал кашу. Так, хорошо. Это мы сделали упражнение первое. Так как вся техника выполняется в паре, поэтому есть упражнение для одного и упражнение для другого партнера. Сейчас мы выполним упражнение для второго. Понимаете, что делать? Мы стоим на месте. Внимание. Мы будем делать шаг назад и разворот спиной. Смотрите, что делать. Рука у нас вот здесь идет. Вот сюда. Мы пятку развернули. Мы сходим. Я двигаюсь спиной. Понятно? Кашин, где Кашин? Кто у нас Кашин? Выходи, давай. Давай, выходи сюда. Так, немножко назад подвинулись. Немножко назад еще подвинулись. Еще. Вы упражнение только что сказали, надо его просто повторить. Разворот. О, супер!
Я посмотрел, некоторые делают упражнения, у них кулаки вот так жалко. Как вы, понятно, да. Бить по лицу может каждый, а вот не ударить. Не ударить это тяжелее, правильно? Вот. Поэтому не бьем по лицу. Знаете, что мы делаем? Видите, как у меня открывается ладонь. Почему открывается ладонь? Покажу. Я по лицу не бью. Я просто покажу. Смотрите, у нас же техника в основе своей. Ребят, в основе это техника захвата, правильно? Если у меня вот так сжаты кулаки, могу я взять захват? Нет. Но мне потребуется время для того, чтобы раскрыть руки и взять захват. Поэтому все упражнения, вот как я начинаю, так мне гораздо эффективнее и быстрее взять захват, чем у меня руки так, я приближаю, потом только раскрываю, но в этот момент он уже давно взял захват. Поэтому вот это вот упражнение, оно как раз и развивает то, что у вас ладонь должна быть открыта. Закрыть вы всегда успеете. Но наша задача взять захват. Если мы вот так приближаемся, я уже не взял захват. Мне надо взять, мне надо раскрыть, а я теряю секунды. Поэтому мы шаг делаем назад, видите, раскрылся. И прогнулись, вытянули себя. Шаг назад, прогнули, вытянули себя. Давайте левой стороной, нажимаем. Не сжимаем кулаки, ребят. Мы и так с вами все время вот такого положения взять вас. Давайте еще вот туда назад. Так. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас соединим. Первое и второе упражнение уже в паре сделаем. Смотрите, как выполняется. Это не сложно. Вообще, дзюдо это легко. Становимся в паре на расстоянии 2 метров. Это 2 татами, да? Это 4 метра. Что мы делаем? Первый выполняет движение 3 шага с партнером. А второй выполняет... Еще раз, сейчас паузу. Смотри. Я иду. Я отдающий. Мой партнер Владислав, он принимающий. Большой уровень. Нижний уровень. Средний уровень, верхний уровень. Видите, он принимает руку мать. Поэтому я вам говорю, что мы делаем? Не сжимаем кулак, ладонь раскрыта. Иначе, если будет кулак сжат, вы не успеете принять руку. Понятно? Вот вы приняли руку и тянете дальше. И ваш партнер идет сюда, вы его перехватываете ручку и чуть-чуть прогибаете. Вот все, что нам надо сделать сейчас. Разойдитесь по залу с партнером и попробуйте левой, правой рукой выполнить вот это упражнение.
Еще дети, у вас шаги не такие большие, как у взрослого. Если у взрослого, вы берите расстояние 2 метра, ну, чтобы побольше. То поменьше, берите расстояние 1,5 метра, ваш шаг короче. Понятно? Что мы должны добиться? Мы должны добиться, что третий шаг у нас практически должен выйти за пределы шеи. То есть вы третьим шагом должны его вот туда проколоть. Понимаете? Как бы дать усилие на него. Что я делаю? Смотрите, что происходит. Еще раз давайте внимание. Левая рука, левая нога идет. Он будет принимать мою руку левой рукой. Лево налево. И ни. Смотрите, третий шаг. Я буду его толкать. И он, видите, разворачивается, принимает. Если правой рукой движется, правой рукой, то значит вы правой рукой принимаете. Вот, смотрите, правая рука. Он идет на меня правой рукой. Видите, рука практически доходит до меня. И в этот момент я немножечко отклоняюсь, чтобы дать ему возможность вот пойти на меня дальше. И вот в этот момент я право направо, лево налево. Давайте еще раз парни, буквально несколько минут. Начало первого упражнения. Это начало. То есть вы понимаете, что
15 упражнений, которые мы сегодня вообще не сможем сделать. Мы даже, в принципе, первое упражнение сможем выучить с вами, ну, так сказать, увидеть до конца. Но что я хочу сказать? На что обратить внимание? Мы с вами начали делать вот эти вот упражнения, движения, перевороты, развороты внутренние, наружные, шаги с разворотами тела и так далее. Все это очень важно. Почему? Вот наш сегодняшний к вам визит – это проект «Боевые искусства здоровьесберегающей технологии». Что значит здоровье сбережение? Ну вот мы с вами родились здоровыми, да? Надо вот нам с вами наше здоровье протянуть на всю нашу жизнь. И даже если вы хотите стать олимпийским чемпионами, то олимпийским чемпионом невозможно стать, если у вас нет здоровья. Поэтому все упражнения и все техники дзюдо вы должны изучать с таким посылом, что вы должны изучать их экологично, безопасно для себя и для своего партнера. Потому что если вы будете делать все упражнения небезопасно, вы травмируете себя. Если вы будете делать небезопасно, вы травмируете партнера. А если вы всех партнеров травмируете, кто останется с вами? Никого. Даже тренер скажет, да ну тебя в баню. Ты так всех уже все там перебил. Вот. Давайте так. Я на сегодня заканчиваю свою часть. Но вы должны понять для себя. Я думаю, что ваши тренера согласятся, что здоровье надо беречь с молодости. И потихоньку развивая свои способности, сохранять свое здоровье. Мы развиваем физические способности, гибкость, ловкость, быстроту, координацию. Но здоровье сохраняем. Понятно? Свое и своих друзей, товарищей, одноклубников, даже тех, с кем мы выходим на соревнования. Нам не надо бросить его так, чтобы он сломался. Нам надо так сделать технику дзюдо, чтобы он был просто удивлен, как это так, он упал и не сломался, жив, здоров, и он упал. Да. Итак, вам спасибо. А сейчас слово передается Владиславу Макару. Давайте его поприветствуем. Круг все, быстренько будет. Быстро круг все окружили меня со всех сторон. Так, можете себя на это. Сидеть, спинку выпрямили ровно. Вообще кривые. Если вы сами не можете пошатывать, как вы партнер еще на себя взгрузите? Вы переломаете. У вас хороший тренер, все у вас научит. Нам надо показать, вы концентрироваться даже не можете. Вы посмотрите, 15 минут мы стояли. Вы что делали? Вы время сливали свое. Оно у вас просто ограничено. Вас научили чему-то. Вот вы построились, и вы слили все свое время. Тренировка начинается. Никогда тренер там пришел и говорит, пожалуйста, послушайте. Она начинается, как будто вы даже все 24 часа она должна идти. Вы понимаете, о чем? А вы даже в зале умудряетесь это все. Вот сейчас я говорю, сидеть надо ровно. Вот выпрямили, знания не поступают. Основа позвоночника. Мы сейчас про здоровье вам говорим. Кто-то сюда наклоняется, кто-то сюда. Из-за чего? Вы людей сможете видеть, как он идет. Но прежде чем их видеть, надо самому почувствовать это. Речи такие, в школе сидите кривые, с телефонами сидите кривые. За час вас тренер не развернет. Вы сейчас разворачиваете руки, посмотрите, что у вас было с руками. Вы вот так вот делаете. Это захват, да. Вы постоянно тренируетесь, постоянно напрягаете. Но если вы напрягаете, надо расслаблять. Понятно? Дальше. Вы сидите, вот попросил же я сделать. Если не делаете, то тогда смысл вообще просто теряется. Если вы, вот вам тренер говорит, и вы это все сливаете, то куда он говорит? У-у-у! Вы слушаете, что он говорит? На пяточке сели ровненько.
вкусно. А еду они просто чуть там придумали, а это лучше. Но айкидо, когда вы уже набросались, у вас сил нет, тогда можно айкидо заниматься после 50. Итак, сильно ровненько, спину выгнуть. Это называется сидза по-японски. Сидеть прямо. Все. Я надеюсь, сконцентрировал. Теперь на пальчики. Это называется сулайваза. То есть на пальчике. Больно. А как больно? Как вы бороться-то хотите? Раз, разминайте пальчики, вы в обуви постоянно входите. Когда вы входите босиком? Никогда. Дальше. Дома, сколько вы дома находитесь? 15 минут? Хорошо, размяйте. Дальше. Научитесь внимательно слушать. Сейчас. Быстренько разбежались и каждый себе вот по мату занял. Не как бы там, а красиво в шахматном порядке. Понятно? А. Да. Разбежали в шахматном порядке построили. Лицом ко мне. Но уже лучше.